В Ульяновской области отметили День школьника. Лучших ребят из разных школ области собрали во Дворце культуры губернаторский, чтобы поощрить дипломами и подарками. И только здесь, у нас, в прославленном регионе Российской Федерации, в одном из самых известных регионов Российской Федерации, в Ульяновской области, отмечается День школьника. Я вас с этим замечательным, профессиональным вашим праздником поздравляю. Школьникам устроили настоящий праздник. Со сцены зрителей поздравили лучшие областные танцевальные и вокальные коллективы. В фойе работали 12 интерактивных площадок организации дополнительного образования. Школьников развлекали клоуны. Можно было поиграть в игры, а самое главное – пообщаться со сверстниками. Ведь сегодня дети очень активны и занимаются не одним делом, а всем и сразу. Я являюсь волонтером с 2017 года. И также с 2016 года я являюсь юноармейцем. Также я обучаюсь в кадетском классе и являюсь его командиром. Многие ребята уже со школьных лет трудятся как взрослые. Они участвуют в региональных и всероссийских конкурсах, представляют жюри свои работы, защищают проекты и даже выигрывают гранты. К примеру, Данила Шабанов, который занял призовое место в профильной смене образовательного центра «Сириус» по конкурсу «Большие вызовы». Хотел бы связать свою дальнейшую жизнь с авиацией. Это был всероссийский конкурс. Всего принимало участие 400 человек. Мы делились на команды. И в командах работали над проектами. Наш проект занял второе место в своей категории. Эта категория была беспилотники и логистические системы. Мероприятия, посвященные Дню школьника в Ульяновске, будут проходить в течение всей недели. Кроме соревнований, заседаний научных обществ, выставок, разнообразных творческих встреч и мастер-классов, которые состоятся в стенах городских школ, ульяновские ученики станут желанными гостями на площадках, которые подготовят для них музеи, отделы районных ЗАГСов, архивы, библиотеки, театры, колледжи. Планируется, что около 500 мероприятий посетят более 58 тысяч школьников. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.